Итак, вот, дорогие друзья, наш Дон закончил работу, да, вот, и давайте-ка мы его сейчас переместим на поле номер 24, да. И давайте-ка пускай тоже вот подключится, да, и будет работать. Итак, вместо Т-150 я отправил работать на уборку наш МАЗ, да, который стоял на угольной шахте, да, вот. И сейчас мы также на наш КАМАЗ тоже прицепим прицеп и будем тоже вывозить с помощью него также пшеницу, да. Итак, все полностью мы тут разгрузили, в принципе. Можем спокойно сейчас вот наш Дон тоже подключить к работу. Ух ты, какой он вообще грязный стал, да? Смотрите-ка. Прям весь такой извозюканный такой вот из... И вот такой вот у нас вот будет, так сказать, тандем, да, вот из трех комбайнов. Вот таких вот больших. Так, а чё я вот так вот... А вот так вот нельзя просто по полям срезать и всё, да? Главное тот вот, чтобы вытянул. Отлично, он вытянул. Тут вот смотрю, вот все вот комбайны стоят, вот полные бункеры, да, вот. ЗИЛ, конечно, он уехал, да, вот разгружаться. Трактор мы там оставили. Ну, а МАЗ, он еще не подъехал, вот. И вот комбайны, они вот буквально только один круг дали, да, вот поле такое вот большое у нас, вот, в общем-то, бросили все дела мы, короче, и у нас вот такая вот уборочная страда, да, вот, и вот, ну да, вот вообще вот даже вот один круг даже вот почти не доехали, да, вот. Так, вот здесь вот сейчас мы таким вот образом. Итак, курс для него у нас будет так. Вектор, да? Так, со стартовой. Ты будешь у нас уже по правому краю ехать. Так, ну, в принципе, нормально все. Погнал. Он еще думает. А ну все, поехал. Так, сразу же сейчас переставляются вжатки эти, то есть приспособления, да, таким образом. Так, стоп, 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 погоди-ка. Так. Включить отделение соломы. Вот. Так. Ну, теперь ехай. Ну, что-то этот комбайн вот так вот долго думает, прежде чем приступить к работе, да, вот. Я их немножко оставил. Ладно. Ну все, погнал. Да, теперь давайте-ка вот наш КАМАЗ возьмем, сельхозник. Так, сесть в машину. Так. Потом мы поставим его поле номер. Так, где у нас поле номер?
24. Так, и потихоньку поехали. Сейчас разгрузим канулу, да, и прицеп прицепим. И приступим это разгружать. Так, у нас вот сейчас 15:00 время. Эта долбанная стоянка, она закрывается в 13:00. Сейчас вот у нас вот будет затруднительно вытащить оттуда прицеп. Вот такие дела, в общем. Такие трудности, издержки вот эти вот. Ну, сейчас немножко, конечно, мы помучаемся, да, вот, и этот наш прицеп, короче, вызволим оттуда. Итак, дорогие друзья, немножко, конечно, я помучился, да, но все-таки прицеп из этой долбанной штрафстоянки вызволил я. Пришлось на лапу, конечно, дать, вот, и все такое прочее. Ну, в общем-то, просто пришлось вот много техники, почти всю технику сбросить, короче, туда вот на эту стоянку, чтобы она переполнилась, да, вот, и чтобы в конце концов КамАЗ можно было сбросить до этого. Итак, давайте-ка сейчас все нормально настроено. И давайте-ка наш КамАЗ тоже отправим работать, так сказать. Так, ну почему ты так едешь именно? Вот они, вот по этой дороге, которая прямиком идет до... Ну все, поехал. Так. Итак, что у нас тут происходит? У нас уже дон, да, заполнился. Вот. А вот вектор, короче, уже самый первый его догнал, короче, и потихоньку его уже вот ждет. Так, вот где у нас вот затерялся МАЗ? АДЕМЗ. Вот он, походу, этот он и есть. Вот, в принципе, уже он потихоньку разгружает, да, но он почему-то вот дон не видит, что ли. Ну ладно, в принципе, пускай вот в этом районе поля стоит он, да, тут вот и, в общем-то, тоже вот. Так, а ЗИЛ что у нас? Ну, он вроде бы поблизости стоит, но почему-то... А, все, понял. Так, где же наш дон? Так. Я опять-таки кое-что забыл сделать. Так, нет, нам не вектор нужен, нам нужен дон. Где он есть? Так, так, так. Дон, где же наш дон? Так, вот тут вот стоит поле номер 19, а надо ставить поле номер 24, чтобы потом теперь его тоже разгружали. Ну что ж, кто там первый сейчас подъедет? Кто-то зашевелился.
Так, Зимон у нас едет разгружать вот этот вектор, да? Так, а вот Маз, наверное, как раз-таки сейчас поедет разгружать наш этот Дон. Да, по лесам, по оврагам. Ну, надеюсь, туда едешь, по лесам, по оврагам. Только в дерево, конечно, не вопрись. Вот такая вот у нас уборочная страда. Так, каким образом он, интересно, решил поехать? Странно. Вот жалко, вот нигде не отображается, вот что там, к какому комбайну, допустим, он едет, да? Так, он застрял, надо ему помочь. Да, может, сам выберется. Что-то конкретно он застрял. А нет, в принципе, выбирается сам, да, потихоньку. Смотрите-ка. Ладно, сам, наверное, как-нибудь выберется. Так, ЗИЛ поехал у нас. Сельхозник у нас, скорее всего, его и ждет тут, да? А нет. Он доехал вот как раз к полю, да? Ну все, он теперь будет ждать. Так, а теперь ну, вот наш ЕМЗ-236, который, да, вот который МАЗ, да, все-таки выбрался с этой западни. Так, и сейчас у нас вот все три комбайна будут сосредотачиваться в одном месте, да. Вот так вот не могут между собой договориться наши, так сказать, эти Андрюхи, наши Константины. Я вроде поставил избегать езду по посевам, а он все равно по посевам ездит. Так, вот сейчас самое интересное мне, как он будет подъезжать к Дону. Потому что вот расстояние шнеков, этих векторов и Донов немножко вот разные какие-то вот. Ну, нормально подъехал, в принципе, да, смотрите-ка. Вот такая вот у нас уборочная страда. Ну что ж, дорогие друзья, эту уборочную страду мы закончим за кадром, да. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи. Пока-пока. Вот куда ты прешь? Я вот не пойму. Вот.